Всем привет, это программа «В теме», и с вами я, Анастасия Жукова. Говорить мы сегодня будем о последних событиях в Ясногорске. Там накануне в жилом доме прогремел взрыв. Вечер вторника многие встречали в своих квартирах и отдыхали после тяжелого трудового дня. Пока кто-то готовился ко сну, жителям одного из домов Ясногорска пришлось в срочном порядке выбегать на улицу. В пятиэтажке произошел взрыв бытового газа, в результате чего была повреждена несущая стена дома. В перекрытиях здания образовалась трещина. Наш корреспондент один из первых прибыл на место происшествия, где ему удалось поговорить с жителями данного дома. Ну вот я дома была, в квартире, легла, только телевизор выключила, задремала. Такой удар, это страшно, летят все двери. Его дверь влетела ко мне в квартиру. Там коридор у нас, вот как отсюда до этой, металлическая дверь. Моих три двери сшибло, заловская четвертая, до спальни. Я там не знаю, что там в зале, картины вижу валяются. На кухню не заходила, я перепугалась, света нет. Телефоном посветила, ни фонарь не могу ничего найти, выйти не могу. Там мне все это разрушено, все это валяется. Я вот к ней зашла, постучала, она мне одеться, потом уж эти пожарники МЧС вынесли куртку, штаны нашли. По воле судьбы пострадавшим предложили остановиться в гостинице «Фортуна». Однако все предпочли переночевать у родственников. Всего эвакуировано 32 человека, шестеро из которых дети. По официальной информации, во время взрыва в квартире никого не было. Она выгорела практически полностью. Предполагается, что ЧП произошло из-за нарушений правил обращения с газовым оборудованием. Однако в ходе обследования установлено, что эпицентром происшествия в квартире номер 15 стала самая дальняя от кухни комната, в которой не было газовых коммуникаций. Прямо мистика какая-то. Что же взорвалось в этой комнате, так и неизвестно.